Всем щербет, дорогие друзья, я уже за вами соскучился, честно признаться, когда какие-то паузы вынужденные делаешь, ну, иногда жизнь заставляет, так потом, эй, с двойной какой-то мощью хочется снимать обзоры. У нас семья Найткоров, смотрите, и вот таких штук я себе две купил, сейчас по скидке, еще остались 850 гривен, офигенная вещь. И вот этих у нас уже 5, друзья, LR40-ых, но об этом всем я рассказывал в предыдущих обзорах и обзорах на сезонные скидки, которые еще остались на Найткоре. Я можете посмотреть, не знаю, конец августа, может, с сентября это все канет в лето, вот так вот. А между тем, новиночка NU30, которую вы наблюдаете в своих экранах телевизоров, смартфонов, уже в моих загребущих лапах. Давайте же знакомиться с ним поближе и смотреть, чем хвастаются производители на коробочке. Это IP66 брызгозащита. Брызгозащита – это максимальная, но погружать под воду нельзя. Однако любые струи воды, даже снизу вверх, он выдерживает. 500 люмен мощности, уже фирменные диоды установлены UHI и UHE. Здесь они комбинируются в этом фонаре. Вмонтированный, встроенный 1500 мА литий-ионный аккумулятор. О, как закрутил. И три типа освещения. Красный, белый и белый с индексом Cree 4500 кельвинов. Теплый свет, чтобы вам было более понятно, простым языком. В комплектации, помимо самого фонарика, еще зарядный USB-шдудок Type-C-шный, ну и, собственно, инструкционы. Все, больше ничего нет. Давайте же смотреть на сам фонарик. Фонарик получился прикольный. Сейчас объясню, почему. Корпус из поликарбоната. Наклеечку, наверное, сдирать даже не будем. Вот такая тир-оптика установлена на фонарике. True Vision, как это называет. Я сказал, не будем сдирать, она сама отлетела. Как это называет Найткор, что позволяет сделать более плавный переход от хотспота к боковой засветке. Боковому засвету. Гендерные принадлежности у нас. Боковая засветка и боковой засвет. Светит он действительно очень приятно, позже вы это увидите. Также, помимо белого основного, здесь есть белых вот 4 диодика, да, и красных 4 диодика. Что интересно, я посмотрел на сайте в описании, UHI диоды и UHE. UHE, это понимаю, вот эти вот, которые Cree. Ну, Nightlab там навыдумывал, наизобретал много чего интересного. Налобное крепление здесь со светоотражающей вот такой вот надписью Найткор и кружочками, без силиконовой вставки и центральной секции. Фонарик не тяжелый, он весит всего 90 грамм, поэтому центральная секция в принципе ему и не нужна. 500 люмен, 130 метров максимальная дальность, 90 грамм, 1500 миллиампер аккумулятора, IP66, вроде бы все сказал. Type-C зарядочка под заглушкой. Вот она. Трещотка, раз, два, три, четыре, пять положений. Довольно бодрая, но если прям вот сильно вот так тряхнуть в таком положении, смотрите. Видите, фонарик все-таки клюет носом. Однако это из вот таких уже более нижних положений, из такого, ну разве что при каком-то небольшом ударе. Два органа управления, и это стало уже традицией, кнопка включения-выключения и моды. Все очень просто работает, есть индикатор заряда питания, его теперь вынесли в лицевую фронтальную панель. Для того, чтобы его активировать и посмотреть, сколько заряда у вас осталось, вы кратко нажимаете кнопочку моды. Вот, загорелось 4, кстати, без шима даже на камере, о как. Диодика. Чтобы включить, вы зажимаете кнопочку питание, и фонарик активируется на самом низком режиме центрального света. Это у нас 100 люмен. Режим он не запоминает, поэтому вы проклацываете, что ж такое, язык заплетается. 100 люмен, 200 и 500. Довольно удобоваримый и всем понятный шаг. 100, 200 и 500. Чтобы переключиться на так называемый floodlight, то есть ближний свет, вы нажимаете кнопочку моды, и у вас играется 4
диода ближнего света. Менять их режимы вы можете тоже нажимая кнопку питания. Здесь минимальный и максимальный. В общем, все классно придумано. Минимальные режимы вынесены в ближний свет, что логично, а более яркие в дальний. И обратите внимание, еще раз переключаем кнопочкой мода, красный здесь тоже двух уровней. Меньше и ярче. И вот это прям очень круто. А, ну еще мигалка есть, понятное дело. Потому что, как правило, все фонари, ну, навскидку только NU35 у нас имеет красный двух уровней, а это для военных особенно всегда важно. Я не понимаю, почему делают белого там 5 режимов, а красного всего один, при том, что фонарь не дешевый, какой-то там дорогой, да. А здесь вот, пожалуйста, 2 режима красного, яркий, тусклый, все очень удобно и очень понятно. Фонарик прикольный, и давайте же идти смотреть, как он светит. Погнали! Сейчас как раз выключили свет. Люди повыходили на улицу. Тут рядом с гаражами шашлыки жарят. Движуха. Начнем с так называемого флут света. То есть ближнего, где нет центрального пятна. И это еще и его слабый вариант. Даже им можно просветить. Ну вот, сейчас плохо видно гараж. 10 шагов до гаража, но в целом я могу без проблем не только на расстоянии рук светить этим светом, а это самый маленький и самый слабый свет, повторюсь, но и идти светить себе под ноги. Следующий режим, это опять же флудлайт, только второй его, более сильный вариант. Им уже можно даже просветить чуть-чуть вдаль, хоть он и не предназначен для этого. Даже на велосипеде достаточно света, чтобы ехать, ну, не в экстремальном режиме, но в обычном вполне. Центрального пятна нет. Широкий, приятный засвет. Давайте дальше. Дальше у нас идет красный. Первый уровень. Камера, конечно, будет плохо фокусироваться. Первый уже уровень довольно яркий, позволяет светить себе под ноги. И второй уровень еще ярче, видите, как лупит. Ну и давайте центральный свет покажу. Он, кстати, не так ярко формирует пятно. Оно как бы есть, его видно, но оптика все равно размывает края. Ну тут давайте уже чуть дальше. Это самый слабый, это средний. Очень приятно светит, друзья, хорошо заливает. И это максимальный. Максимальный прям очень хорош. Очень приятно светит и уже лупит вдаль. Вот такие дела, друзья. Протыкайте ваши императорские лайки. А с вами был еще разок. Увидимся. Покеда. Понравились товары? Переходи по ссылочке в описании, там тебя ждет минус 10% по промокоду еще разок. Не благодари, просто переходи.